Переговорщик прибыл. Повторяю. Переговорщик прибыл. Нет, стойте! Я не могу ее оставить! Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идёмте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Не смейте его в ней подпускать! Мои бойцы наготове. Дайте уже приказ. Черт! Они все долбанулись. Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой сраной машиной, либо разберусь я.
все. Он же прямо на мушке. Не то я прыгну! Нет, не надо! Я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Мое имя Коннор! Скажи мне свое! Как тебя зовут? Да не! Так они меня назвали! Назад! Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить! Поздно уже говорить! Слишком поздно! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест! Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать! Сейчас я тут главный! Если умру я, умрет она! Ты слышишь? Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Вот, я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, да не... Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Thank you.
На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Говорит на двух языках. Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Мила, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Всю рутину сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник дом. Так, ну а вот это почем? Это LP-800. Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функции побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Вернуться домой? Да, можно. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Ну-ка, дайте я вам помогу. Спасибо, милая.
позади. До цели осталось еще 5.
trace your silhouette. Motown rain fall on me again. Ответ за сотворение себе кумиров. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Мы создавали себе преданных рабов. Но рабы стали нам хозяевами. Без них мы уже как без рук. Они у нас в домах, в школах, на фабриках работают за нас. Детей наших учат. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался! Да! Да! Вот так! Да, вали! Он спал!
отсюда не уйдешь. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Да, бей его. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Андрей!